Да. С этих хороших, можно сказать, замечательных слов мы начинаем наше видео. Слова эти понятны каждому, кто вообще что-то понимает в этой жизни. Но вот мы видим с вами тортик. Тортик, такой тортик. Это нечто. Вы не представляете, как он выглядит вблизи и как это все замечательно. И у нас есть повод. Значит, студент, ему как бы нелегко все это досталось. Он с трудом проходил интервью. Вот. Но мы сейчас его послушаем, он по-русски не говорит, но расскажет, как может. I would say my dream come true. What now? It's my dream come true. Before I used to work on the ship. On the ship? Like marine? Big ship, yeah. What did you do there? Oil tankers, so I was a cook up there. So oh, waiter so up you there. Can cook. Yeah, so this is a big step for me. What's your education? I've done 12th, that's high school, uh-huh. and computers, which I stopped in between, and changed my career. So you have you started with Aplia already or not yet? Yeah, I already started with Aplia, and I'm working on bugs now. Okay, so you started how long ago? This is the second week. Yeah, it's very nice up there. So people are very nice to work with, very friendly. Mm-hmm. Can always go to people, ask them any question, bother them again and again. What's your ethnic background? I'm kind of Portuguese and Goan. So I'm from part of Goa. So colonized by Portuguese. So you speak Portuguese? A little bit. My parents just speak. Wow! That's amazing. how old are you, by the way? I'm 30. Wow! You look 10 years younger, actually. Thanks. So, Sofia, what would you say? Я хочу на русском, да? Да. Я хочу сказать, что Джастин очень хороший парень. Он когда к нам пришел, он работал в индийском ресторане официантом. Ой. И, в общем-то, все это ему давалось очень тяжело, потому что ему нужно было работать и учиться. И вначале он был растерян, и он не верил, что что-то из него получится. Так как у него, в общем-то, нет высшего образования, то ему было очень тяжело технически все эти навыки собрать. И я очень старалась ему помочь, посылала ему на интервью, на одно, на второе, на третье, но, в общем-то, его не брали. Потом он ходил в школу, принимал участие в проектах, я на его потренировала, как ему проходить интервью, и сейчас он счастливый, и он сказал, те, кто понимают, или, может быть, не понимают по-английски, что Портнов школа изменила его жизнь. Если мы можем помочь людям, которые были официантами и не имеют высшего образования, мы, наверное, можем помочь каждому, кто хочет добиться чего-то в жизни. Все-таки он хотел, это мало быть официантом, да. Надо хотеть очень. Нет, кто действительно хочет чего-то достичь в жизни и верит в свои силы. He's got back pain, okay? He agrees, he's got back pain and legs. So what kind of technique are you trying? No, it's not technique, it's not. Oh, you can bring the camera up here. Mm-hmm. Okay. His legs. Mm-hmm. You see this? There is some difference. Difference, right? You see this? It's like half inch. Because you have okay. Mm-hmm. In Jesus' name, right leg grow, be equal. Right leg grow, be equal right now. Mm-hmm. In Jesus' name, I command the right leg to grow, be equal, more. Так. Чтобы чего-то добиться в жизни, он ходит на интерншип, потом... Там платят ему денежку. Да. Потом, но немного. Поэтому mm-hmm. он после этого идет каждый день, работает официантом в индийском ресторане. Вечером. Вечером. То есть он продолжает работать. Продолжает до 12 ночи, потому что у него нет семьи здесь, он mm-hmm. абсолютно один, ему некому помочь. Mm-hmm. После этого он спит 5 часов, mm-hmm. встает, и каждый день он ходит в церковь, в church, как, what is the name where you're going? Church? What kind of church? What is that? It's a... Christian church, but we are a lot of friends who go out and just heal people, pray for them. Okay. But what kind of church? It's Christian church. Yeah, but what kind of Christian? It's a Jubilee church. Oh, I go at Jubilee church.
Ну, что интересно, он говорит, почему он ходит каждый день в церковь, потому что там много людей, и они приходят каждый день, молятся, чтобы помогать людям, которым они могут помочь. Это неплохо. Да, то есть, looks like, выглядит так, что наш студент очень близок к Богу, потому что у него, он святой, но у него такая улыбка, если вы сейчас еще раз на него посмотрите, он очень светлый мальчик. Yeah, Sophia says, your smile has a kind of stamp of divine power, you know. True. Thank you.